Готовим аромасаше для дома. Отмеряем 100 грамм формового воска для формовых свечей и аромасаше. Отправляем греться на водяную баню до 80 градусов. Наш воск станет полностью жидким и готовым к дальнейшей работе. Ну а пока воск плавится, можно выбрать любимый аромат. Я выбираю из линейки Parfum Pace. Мой самый любимый аромат Wood Sage Sea Salt от Jo Malone. Его я беру 10 грамм, чтобы аромат был ярче, все перемешиваю и отправляю на 5 минут на водяную баню по рекомендации производителя. Потом даю отдохнуть воску минут 5 и заливаю все в формочки. Формы у меня простые, пластиковые, которые используются для мыла. Теперь оставляем застывать наш воск. Спустя 30-40 минут достаем из форм и наслаждаемся ароматом.